сообщение на борту. Вы находитесь в 9000 километров от суши и отправляетесь на глубину 13 километров на дно океана. Увидимся через месяц. Погнали! Отступать-то уже точно некуда! От 1 до 10. Насколько все плохо? На 10. Мы пробурили дно океана и понятия не имеем, с чем имеем дело. Надо добраться до станции. И как нам это сделать? Пешком. Предлагаешь нам пройтись в условиях дефицита кислорода по дну океана? Мы даже не знаем, что там. Идея хуже некуда. Что это было? Выключите свет. Что там? Что там? Что происходит? Нет. Он нас преследует. Hunting is a complicated profession. Don't you agree? Я в этом деле благодаря отцу. Он отдал свою жизнь ради познания космоса. Ведь космос — наше будущее. Начинаем психологическую оценку. Опишите ваше эмоциональное состояние. Я спокоен, уравновешен. Полностью готов к выполнению поставленной задачи. Я сохраню самообладание и концентрацию. Просто вылитый отец. Он первым добрался до границ Солнечной системы. Он был пионером. Но он был не просто астронавтом. На
Назовите цель вашей миссии. Моя цель – остановить бесконтрольную реакцию антиматерии, которая угрожает всей Солнечной системе. Приближаемся к Марсу. Спейском уверены, что в этом виноват мой отец. Мы стоим у истоков чего-то важного. Что же он нашел в этой бездне? В космосе наш враг не человек или что-то еще, а бесконечная пустота. Подари миру наше открытие, сынок. Доброе утро, Ума. Где я? Ты в раю, дорогая. Что это за место? Мир новых возможностей. Если подчинишься правилам, тебя ждет прекрасное будущее. Наши семьи отправили нас сюда, чтобы воссоздать по своему подобию. Это дивный новый мир. Пойми, кто ты есть на самом деле. Не нужно менять себя. Всегда есть способ получить то, что хочешь. Надо бежать отсюда. Почему каждую ночь мы спим, как мертвые? Он все где? Словно этой девушки никогда и не было. Я обещал, что найду тебя. Не смей прикасаться ко мне. Райские холмы. Слушайте. Со мной что-то не так. Это первое, что нужно знать. У меня ветки в башке! У меня ветки в башке, чувак! Я вечно дергаюсь и кричу. Если... Будто сбежал из чертова цирка уродов. Ты не мог бы перестать? Трогай, Белли! Простите. Но внутри, в моей голове, все еще хуже. Там вечно что-то крутится, особенно слова и звуки. Не перестаю их пересобирать, пока все не сложится как надо. Простите. Просто забудь. Вот видите, чертов псих. Но я начал работать на Фрэнка. Фрэнк Мина, частный сыщик. Парни. Фрэнк, Фрэнкли, Фрэнкити, Фрэнкоу! Именно он научил меня работать головой, сделать это преимуществом. Дал мне место в этом дерьмовом мире, пока я все не испортил. Фрэнк! Бруклин, она в опасности. Кто? Кто-нибудь в курсе, во что ввязался Фрэнк? Там происходит что-то серьезное, и они были недовольны тем, что он нашел. Узнаем, кто это сделал, и мы в расчете. Если я во всем разберусь, я заставлю их пожалеть, обещаю. Это она, девушка, за которой следил Фрэнк. Я думаю, она что-то узнала. В новостях про случай с бедняками не рассказывали вчера, не расскажут и завтра. Куда все деваются? Исчезают просто. Этим городом заправляет Мозес Рэндольф. Очень опасно, когда никто не понимает, каков человек на самом деле. Вы хоть представляете, как работает власть? Власть — это понимание, что ты можешь делать, что захочешь, и никто не сможет тебя остановить. Нет! Эти люди невидимки, их не существует. Поставишь под угрозу его работу, он тебя уничтожит. Ладно. Вы не представляете, насколько. Вы как-то со всем этим связаны, эти люди не остановятся. Если... У тебя котелок вечно кипит, переиначивает все. Кто-то может считать это даром, но один хрен — это болезнь.
Помнишь, что я сказал? Она не знает! Она не знает! Чего я не знаю? В этом мире есть волки и есть овцы. А вы всего лишь два усталых странника, сбившихся с пути. Поэтому сейчас мы вас окрестим водой. Я как-то больше за крещение огнем. Как скажешь. Запишись в мою школу бойцов и стань зверем. Вот этому он хочет посвятить всю свою жизнь. Точно. Еще раз, юноша в одних трусах с особенностями развития, видевший мир только по телеку, сбежал у вас из-под носа, и он вам дорог? Очень. Тогда найдите и верните его. Чего ты за мной увязался? Может, ты станешь моим настоящим другом? Будем скитаться и оттягиваться, зависать по полной. Твоя бойцовская школа в Эдоне? Да. Пока мы на этой дороге, нам по пути. Я тебя подброшу. Я ищу пропавшего человека. Вы его не видели? Да ты везунчик. Видел твою подругу, Эленор. Похоже, мы оба бегаем. Молодцом. Правило первое – не отставать. Правило второе – я главный. Какое первое правило? Тусить по полной? Нет, не тусить. Давай! Зак, ты ведешь наивного ребенка черт знает куда. Все ясно. Пока ты перекладывала бумажки, мы познавали жизнь. Тайлер, я подарю тебе все мои желания на день рождения. Я дал слово, что отвезу его в бойцовскую школу. Ты правда верил, что мы отправимся в круиз на плоту? Да, я понимаю. Эй, Эленор, не хочу домой! И долго нам плыть? Примерно столько. Это что, на карте мира? Так. Настала пора возвращаться. Мы можем стать семьей. Друзья, это семья, которую ты выбираешь. У каждого рестлера есть псевдоним. Давай, выбирай. Арахисовый сокол! Арахисовый сокол. В кино с 24 октября. Ты, падре, сам-то когда отдавать надумаешь? Открылся на наши свидания деньги. Я знаю, он тебе свою долю простил. Мою придется отдать. Это официально нигде нет. Не рискуй. Тебя в целом тоже может нигде не стать. Вы знали, кто это Эдик? Отморозок этот Эдик. Бывший ОПГ. Легализовался. У него теперь сеть аптек по городу. Я лекарства не произвожу. Я их продаю. Человек слаб. Слаб только раб. Вот здесь, внутри слаб, понимаешь? Только не бухай на рабочем месте! Везете куда? Искать верблюда. Я тебя найду, сука! Не осложненный, стабильный перелом C1-C2 позвонков, закрытый перелом ключицы, не туда. Каким образом Маликов Андрей Петрович за машину, не подлежащую восстановлению, должны мне 10 миллионов рублей? Что, добухался? Куда вы меня бьете? Могилу себе будешь копать, дурак. Ты кто? Ты художник. Только цена твоя ноль. Вот сдохнешь, может быть, твоя цена вырастет. Да не все в жизни через ваше бабло меряется, Эдуард Сергеевич. Все, эгоизм и сила. Вот вонючая философия этой планеты. Попадай, старайся. Теперь это твой кабинет. Не надо мне никакой... Надо. Дочку свою я когда могу увидеть? Никогда. Я не животное, Эдик, я девочка. А он привлекательный мужчина. Он привлекательный. Он бомж. Бомж суицидный. Стоять! Напоминаю, что у нас сегодня в гостях человек, который упал с 18 этажа и чудом остался жив! Пожалуйста, не забывайте пристегивать ремни на случай входа в зону турбулентности. Ладно, давай. О, давай. Это я не вам. О, Господи! Я столько
даже не знаю, есть ли у меня точка G. Ой, извините, я это сейчас вслух сказала? Да. Из отношений как-то исчезла романтика. Он так и разгуливает без трусов. Ку-ку! Нам нужно расстаться. Почему все в панике? К нам едет Джек Харпер. Здравствуй, Эмма. Добрый день, мистер Харпер. Помнишь про парня в самолете, который знает все твои секреты? Как тесен мир. Рад вас видеть. Он оказался главным боссом компании. Я такого наговорила. Вот интересно, каково это иметь пенис? Я могила. Я тут подумал, может пригласить вас на... Свидание? Если вы согласны. Правило номер один. Мужчина не должен знать твоих чувств. Ты мог бы выбрать любую. Да, но выбрал тебя. Звучит так пафосно. Я ему нравлюсь. С ним весело. У него отличное чувство юмора и кубики на животе. Это любовь! А о себе он что-нибудь рассказал? Нет, он очень закрытый человек. Ты что, крутишь роман с боссом? Собирай вещи. Что? Вы меня увольняете? Мне никогда не было так стыдно. Ты считаешь, что твои секреты гораздо важнее моих? Нет, это не так. Я не хочу с тобой говорить. Не хочу тебя видеть, слышать. Ласкать тебя. Ты права. Я должен был тебе все рассказать. Мужчины и женщины должны быть честны друг с другом с самого начала. Да ну вас. Я пошла к подруге на Кристину. Ты умеешь хранить секреты? В кинотеатрах с 3 октября. Обладателем золотого диска 98 стала группа Magic Secrets. Гитарист группы Magic Ефим Александров признан лучшим гитаристом 98 года. Так, сегодня у нас самообслуживание. Могли бы и спросить. Мадемуазель, боялся понравиться. Руки убери. Вакуумноголовый. Вы же Ефим из группы Magic? К сожалению, да. Я представляю интересы моего начальника Романа Юрьевича. О. Он обращается к вам с предложением давать ему уроки игры на гитаре. Учитывая ваше шаткое положение на данный момент, $12,000 в месяц. Будете записывать ваши уроки на эту камеру. Бред какой-то. Но весьма прибыльный. Это да. Подробно показывайте движение ваших пальцев. Просьба играть медленно. Не опишите принцип. Ты достал меня, нахрен! О, братишка, Роман Юрьевич, где, а? Я Роман Юрьевич. Ты? Твоя сумка от Gucci и кроссовки от Nike. Через полгода у нас вручение аттестатов. Летом ездила в Лондон. Я собираюсь выступить с песней для нее. Она без ума от вашей группы Magic. И она будет моей женой. Только она пока об этом не знает. Ночью мешает сказать ей. А так непонятно? Это все не важно. Ты парень симпатичный. Подошел к ней, пошутил, что-нибудь дернул. Без вас, к сожалению, не получится. Медленнее делай. Да не так, другой палец. Дайте мне вина.
Какого черта я вообще на это подписался? У меня ничего не получается. Ладно, давай, поехали. Иди, сейчас кое-что покажу. Стой, обернись. Огонь! Талантливый человек, и ты ко мне привел. Тоже музыкант? А кто? Стой, просто допусти. Я ведь благодаря тебе поверил в то, что почти похоронил. Захочешь ли ты пойти со мной? Что ты скажешь о дуэте? Организуем сюрпризик. Да, Ефим, буду с вами откровенен. Мне не нравится ваша музыка. Че? Thank you.